Привет, шкалы, сегодня будем проверять теорию про защиту крыла. У нас стоит там не пластик, как у типа у крутого вага, а губчатая такая резина, можно сказать. Вот я вам сейчас покажу она. Вернее, покажу ее. Вот она. Пока она сухая, идет дождь, текут ручьи. Что мы делаем? Сейчас я это все протираю. Как сказал один человек, когда он поставил вот эту вот защиту, все у него потом вот в этих местах было сухо. Я посмотрю, как без этого все у нас происходит. Вот, все протер. Специально буду гонять по лужам и смотреть, появится ли здесь грязь или не появится. И мы так узнаем, стоит ли закупать нам тот, как сказать, элемент за 700 рублей или не стоит. Сейчас еще раз протираем. Все, пошел тест. Итак, протест этой защиты крыла. Как видите, неделю катаюсь, пороги чистые. Хотя были дожди и все такое. Здесь у меня катается сын. Как видите, вся эта грязь появилась от ног. Так что, если аккуратно ездить, то, можно сказать, эти резинки мне не нужны. Но на всякий случай вам скину номер подкрылок, потом еще будем думать.